Убийц армянских танков. Спайки прорыв азербайджанской армии в новое технологическое измерение. Есть оружие качественное, а есть очень качественное. А есть и то, которое благодаря сочетанию выдающихся военно-технических данных, качества передовых технологий и успешного применения стало легендарным. В азербайджанской армии есть много подобного высокоточного продвинутого умного оружия огромной поражающей силы. Но даже на этом великолепном фоне противотанковый ракетный комплекс «Спайк-ЕР» израильского производства стоит особняком, ведь он успел уже повоевать и за короткую, но победоносную для Азербайджана апрельскую войну завоевал заслуженную славу убийцы армянских танков. Факты говорят сами за себя. В умелых руках азербайджанских воинов израильские противотанковые ракеты легко истребляли армянскую бронетехнику. Минимум 14 уничтоженных танков. Вот нерадостные для армян итоги этого противостояния. Отсталого с передовым, высокотехнологичной и хорошо оснащенной армией с вооруженными силами вчерашнего дня. Ильхам Алиев, как дальновидный политик, с самых первых годов президентства начал развивать экономику и крепкие отношения со странами-партнерами. Это позволило ему позже, когда был создан прочный экономический фундамент, покупать у них их лучшее качественное передовое оружие по доступным ценам. Это показывает, что насыщение азербайджанской армии оружием происходит в первую очередь не количественно, а качественно, когда на каждую позицию приобретается оружие на голову, превосходящее аналоги, имеющиеся не только у Армении, но и у ведущих стран региона. Посмотрите приведенные выше технические характеристики и преимущества «Спайка» и можете убедиться в этом сами. Это то оружие, которое является для Азербайджана не только прорывом в будущее, показателем прорыва азербайджанской армии в новое технологическое измерение, но и стало оружием победителей, оружием побед. И «Спайк» в умелых руках азербайджанских воинов готов вновь показать свою силу на поле боя. Дорогие друзья и патриоты Азербайджана, не забывайте ставить лайк видеоролику и подписываемся на канал. Всем удачи и хорошего настроения!